Ну да, ну да. Тогда он отстанет. Ох, я хотел вам сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица. Вот новость. Такое вы, однако, открытие сделали. Совершеннейшая правда, если кто этого не знает. Чебоксарова хороша. Здрасте. А еще дважды два – четыре. Вы еще такой элементарной истины не знаете. Нет, но я хотел вам сказать, что она мне очень понравилась. Еще лучше. Батенька вы мой, ну сами подумайте. Ну что ж для меня интересного, что она вам понравилась? Вы, должно быть, издалека приехали. Да не близко-таки. Знаете, если бы вы сказали, что вы ей понравились, это было бы интересно. А что она вам понравилась, тут ничего диковинного нет. Я знаю человек, здрасте, человек 15, который от нее без ума, это из взрослых людей. А если считать с гимназистами, так и со счету собьешься. А вы вот что, вы попробуйте ей сами понравиться. Так разве это так трудно? Да, не просто такие. Ну а что нужно, например, вот какие качества? Качества, которых у нас с вами нет. Ну, позвольте, а вот, например? Например, миллион денег. Ну, это ничего. Как ничего? Батенька вы мой, что у нас, миллион, это как грибы, что ли, растут? Или вы, может, Ротшильдом племянник, тогда не о чем говорить. Да нет, хотя ни то, ни другое, но в наше время с большим умом. А, ну вот видите, с умом, да еще с большим. Значит, прежде всего, ум надо иметь. А у нас умы так же редки, как и миллионы. Видите, все знакомые ходят. Услышат, что мы с вами об уме говорим, так смеяться станут. Ну, его ум, бог с ним, коли бог не дал. Забудем про него. Да нет, я не так скоро откажусь от этой своей способности. Я вас очень прошу, познакомьте меня с Чебоксаровыми. Ну, я, конечно, мало вероятности имею понравиться, но надежда, знаете ли, никогда не оставляет человека. Я ведь как ее увидел, так все о ней мечтаю. Узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее поближе. Так что уж вы познакомьте. Прошу вас. Стыдно деловому человеку увлекаться, но я в любви еще как юноша. Прошу вас. Познакомлю. Ну, если вам что-нибудь угодно. Шампанское, я других взяток не беру. Будет бутылка шампанского. Когда же нет, то сколько вам будет угодно? Как вы крепко руку жмете. Что? Корцони. Ну, они. Ой, пойду погляжу поближе. Я такой чувствительный. Да, ну, право. Руку-то. Ну, я что, надеюсь вас застать здесь, на этом месте. Надеетесь, черт знает что. Что это за шут гороховый с тобой разговаривал? Это бог мне послал на шапку за мою доброту. А что тебе за барыш? Шампанским поит. А, ну это... Это отлично. А я вот погляжу. Да займу-ка я у него денег. Ну, это еще лучше, коли даст. А я думаю, даст. Я ему нужен. О, помилуй, сделай. Скажи мне, кому и для чего ты можешь быть нужен? А вот послушай. Ну, слушай. Впервые я его увидел здесь. Вот так, неделю назад, вот здесь в аллее. Иду это я, смотрю, стоит человек, разинув рот и вытаращив глаза. И шляпа на затылке. На что, думаю, он может так смотреть? Вроде слона не водят, петухи не дерутся. Так на что он уставился, угадай? Ну, на что? Какое диво в парке может быть? На Чебоксарову. Ах, так? У него губа не дура. А потом увидел, что я с ними разговариваю, ты просто за ворот меня схватил, потащил сюда, заказал бутылку шампанского, потом другую, но мы малым делом и выпили. И тут он мне и открылся, что влюблен в нее и хочет на ней жениться. Ему, видишь ли, по его делам, а что у него за дела, это сам бог разберет только, по его делам ему именно такую жену и нужна. Ах, он эфиоп. Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на нашей лучшей невесте. Какая простота. Видишь, что у него дела такие, что ему непременно нужно на ней жениться. Мало ли у кого какие дела. Может, у меня вот такие дела, что мне непременно нужно на богатой жениться. К мне же не отдают. А чем он занимается, по крайней мере? Что за птица такая? Аллах его ведает. Да. Ну, да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы что-то уж очень давно не смеялись, приуныли что-то.
Только я боюсь, что в этой комедии комические роли нам достанутся. И вот с чего эта комедия начинается. Ты познакомь этого чудака с Чебоксаровыми, а я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски, и будем мы любоваться, как она станет за ним ухаживать. А как она узнает, что у него не прииски, а одна чухломская деревня? Ну и что? Ну так скажем, что это он сам сказал, что он нахвастал. Ну зачем же? Ну а что тебе его жалко? Ну что, эко телячья натура. Ну так скажем, что мы ошиблись, что у него ну, не золотые прииски, а прииски брусники по лесам. Ну что? Нагляделись на вашу красавицу. О, до сытости. Познакомьтесь. Савва Геннадьевич Васильков. Егор Дмитриевич Глума. Очень приятно. Ой, да, мне очень неприятно, что вы так сильно руку жмете. Ох, извините, провинциальная привычка. Вас зовут Саввой? Это не то, что Савватий? Нет, то другое имя. И не то, чтобы Севастьян? Нет, Севастьян по-гречески значит достойный почета. А Савва слово арабское. Так, а Савёл? Ну уж вы простите, возьмите святцы и посмотрите. Вы и по-гречески говорите? Так учился немного. А по-татарски? Простой разговор, понимаю, казанское наречие. А вот в Крыму был, так с трудом объяснялся. Скажите, пожалуйста, а вы недавно из Крыма? Да дней 10. Да. Я проездом из Англии. Ну, как врет, а? А как вы из Англии в Крым попали? Да на Суэцком перешейке меня земляные работы интересовали и инженерные сооружения. А может, не врет? Вы нас как раз застали, когда мы здесь про брак разговаривали. То есть не про тот брак, которым бракуют, а про тот, который на простонародном языке законным называется. Ну что ж, хороший разговор. Так вот, я хочу посвататься на Чебоксаровой. Ну что ж, судя по ее красоте, многие желают этого. Да, но эти многие глупы. Они сами не знают, зачем хотят жениться. На Чебоксаровой должен жениться либо шулер, либо человек, составляющий карьеру. У первого она будет служить приманкой для неопытных юношей, а у второго приманкой для начальства и средством к быстрому повышению. Нет, я буду спорить. Вот вам расчет верный. Нынче-то век практический, это современный взгляд на жизнь. Нет, я буду спорить. Вы не совсем верно понимаете практический век. И плутовство считаете выгодной спекуляцией. Напротив, век фантазии, возвышенных чувств. Плутовство имеет больше простора и легче маскируется. Обмануть неземную деву, заоблачного поэта, обыграть романтика или... провести на службе начальника, который занят элегиями, гораздо проще, чем практических людей. Нет уж, вы мне поверьте, что плутовство, спекуляция плохая. Чебоксары идут. Познакомьте, прошу вас. Извольте. Ну что ж, руку-то. Ну познакомлю, познакомлю. Прошу вас. Надежда Антоновна. Хотите, с миллиончиком познакомлю? Да ты, тюлень, солгать недорого возьмешь. Я же даром процентов с вас не возьму. Познакомим. Только ведь ты дрянь, тебе верить нельзя. Савва Геннадьевич! Ой, постой, постой, что за имя? Ничего, ничего, миллиончиков всегда так зовут. Савва Геннадьевич Васильков. Очень приятно. Искренне желал. Знакомства в Москве не имею. Образованный человек, по-гречески говорит. Судя по вашему имени, вы в Греции родились? Нет, я в России, недалеко от Волги. А вы где живете? В деревне. Ну, большей частью в разъездах. Егор Дмитриевич, сыщите моего человека. Да позвольте, я в раз отыщу. Как его зовут? Андреем. Принесите, пожалуйста, мою шаль, а то что-то сыро становится. А я против сырости меры принял. Жаль, вы такой добрый, вас можно бы любить. Но вы такой развратный человек. Я развратный? Да вы добродетельнее меня не найдете. Я вам могу это доказать. Докажите. Я вам сейчас представлю моего соперника, который моментально уничтожит меня в вашем сердце. Это совсем не так трудно. Гораздо легче, чем вы думаете. Вот, нашел. Благодарю вас. Савва Геннадьевич. Какое имя? Он иностранец? Да, из Чухломы.
Что это за земля, ее нет в географии. Я недавно не открыли. Вот позвольте вам представить моего друга. Савва Геннадьевич Васильков. Образованный человек, бывал в разных землях. В Лондоне, в Константинополе, в Китюшах, в Казани. Говорит, что видел красавиц, но подобных вам никогда. Да перестаньте, я конфужусь. Вы знаете в Казани мадам Чурилову Клинкову? Ну, когда же нет? Говорят, она разошлась с мужем. Ну, не боже мой. Подворотникова, знаете? Он мой шобер. На каком языке он говорит? А он очень долго был в плену у ташкентцев. У него прииски самые богатые по добыче золота. Из каждого пуда песку фунт золота намывают. Неужели? Он сам говорит. Оттого так и дик, что все в тайге живет с бурятами. Ну, а по виду никак не догадаешься. Ну, а как же вы по виду узнаете золотопромышленника? Не одеть же ему золотое пальто. Достаточно того, что у него все карманы полны чистым золотом. Он прислуги на водку горстями дает. Ой, зачем он так неразумно тратит деньги? Ну, а для чего ему беречь? Он человек одинокий. Ему бы хорошую жену, да главное, умную тещу. А он ведь и собой не дурен. Но между тунгусами был бы даже красавцем. Угу. Лидия! Лидия, пройдем еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый день гулять. Кто с нами? Если позволите. Да, пожалуйста, благодарю вас. Ну, комедия начинается. Ты так и сказал ей. Ну, а разве я пропущу такой случай? То-то маменька так сладко на него поглядывает. Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает. Он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, а потом и разочаруем. Ты не ошибись. Помяни мое слово. Он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары. Ну, мне его страшно. Точно сила какая-то идет на тебя. Мам, Испания. Здравствуй, князенька. Миле Этре. Какую я, господа, сегодня куйбяку ел? Ну, просто объедение. Не на похоронах ли? Ну, что за вздох? Миле Этре. Купец один зазвал. Я для него очень много сделал. И теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Ну, я обещал, что для меня значит. Для тебя и обещать ничего не значит. Какой у тебя, братец, язык злой. Ты дождешься, выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне только слово сказать. Ой, ты давно бы сказал, сделал билость, а? Может, Бог даст, попадусь в общество людей поумнее вас. С тобой не сговоришь. А ты не начинай, если не сговоришь. Я всегда так поступаю. Да. Господа, чуть не забыл. Представьте, какой случай. Вчера я 11 000 выиграл. Ты? Может, другой кто? Ну, где, когда рассказывай? В купеческом клубе. И получил? Получил. Ну, расскажи поподробнее. Кто это проигрывает по 11 000 вечера? Таких людей нельзя не знать. Говорят, приезжие. Да я вчера был в купеческом клубе, там даже никакого разговора не было. А я приехал очень рано, почти еще никого не было. И всю игру-то мы закончили в полчаса. Ну, тогда с тебя ужин сегодня. Да, ужин у нас есть. С Василькова. А вот что, попотчу нас коньячком. Ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь. Это по рюмкам-то дорого обойдешь. Ну, что за рюмочку? Много две, а то сыро становится. Ну, если две, то пожалуй. А в воскресенье я вас дома обедом накормлю. Дам вам осетрину свежую. Мне из Нижнего привезли живую. Дупелей. И такого булгунского. Не, я домашних обедов запросто не люблю. В них всегда есть что-то фамильярное. Андрей, вели коляску подъехать поближе. Слушаюсь. Благодарю вас, нам пора ехать. Так мы ждем вас. Когда прикажете? В любое время. Я принимаю с 2 до 4, а можете приезжать просто обедать, запросто. Вечером мы ездим гулять. Почту за счастье бывать у вас. Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте выразить все мое удивление вашей несравненной красоте. Так мы ждем вас. Не перемену воспользоваться вашим обязательным приглашением. Я живу недалеко от вас. Неужели? Да, в одном доме, но по другой лестнице.
Ай-яй-яй-яй-яй, какая неприятность. С некоторых пор я только такие известия получаю. Да, неприятно. Что ни день, то и жди новостей в таком роде. Да что же он там делает, ваш муж? Как же так допустить, не понимаю? Наш брат, человек со смыслом. А что он может сделать? Вы же читали в письме, что он пишет. Не урожай, засуха. Все леса сожжены на заводе. А завод сам каждый год приносит убытки. Он пишет, что ему самому теперь непременно нужно 1030, а то имение назначено в продажу. Да что же он, чудак какой. Разве у него мало знакомства? Тут я, например. Вы ему напишите так прямо, чтобы он ко мне адресовался. Ах, мой друг, я всегда была в вас уверена. Ну что такое, что за одолжение? По старой дружбе я рад. Но, Григорий Борисович, ради бога, я откровенно только с вами, а для всех других мы останемся богатыми людьми. Конечно. У меня дочь, ей 24 года, вы понимаете? Конечно, конечно, мне свои сотни тысяч в могилу с собой не бугать. Я надеюсь вас скоро увидеть. Да, разумеется. Я вашей дочери еще конфекты проиграл. Вот я какой старик, во мне все еще молодая кровь горит. Страстью негою бурно трепещет. Пламя желаний в кипучей груди. Ох, не конфеты нам нужны. Я не могу с ним разговаривать, он ужасен, он сумасшедший. Поверь, я лучше знаю, что делаю. Вы торопитесь? Честь имею, кланяться. Подождите. Что? Садитесь. Что прикажете? Садитесь. Я хочу с вами поговорить. Мы с вами давно знакомы, а я вас совершенно не знаю. Мы с вами почти не разговаривали. Вы, наверное, не любите старух. Нисколько. Что же вам угодно знать обо мне, сударыня? Ну, мне нужно знать о вас, по крайней мере, только то, чтобы уметь ответить, когда о вас спрашивают. У нас бывает много народу, и никто вас не знает. Но это от того меня не знают, что я жил в провинции. А, ну это прекрасно. Вы где воспитывались? В высшем учебном заведении, но больше сам занимался своей специальностью. Ой, прекрасно. А ваши родители живы еще? Да нет, только мать жива. Ну и она безвыездно живет в деревне. А, значит, вы почти одинокий человек. Вы служите? Нет, занимаюсь частными предприятиями. Так что большей частью имею дело с простым народом. Подрядчиками, десятскими. Да-да. Десятники, сотники, тысячники. Я читала одну диссертацию. Да нет, у нас больше десятники. Ах, да-да-да, это очень хорошо. А теперь это в моду вошло. Даже многие из богатых людей для сближения с народом... Я видела зимой одного миллионщика в простом бараньем... Ой, как это называется? В полушубке. В полушубке, да. И в бобровой шапке. Нет, я своей одежи не меняю. Да, но чтобы так проводить время, нужно иметь состояние. Ну, уж само дело должно быть доходным. Веселое вы хотите сказать. Да, песни поют, хороводы водят. У вас, наверное, и свои гребцы на лодках, да? Да нет, ничего подобного у меня нет, но... Вы правы, нашего дела без состояния начинать нельзя. Правильно, я так и думала. Вот с первого раза видно, что вы человек с состоянием. А почему вы не в духе сегодня? Почему вы спорите с Лидией? Это ее раздражает. Она девушка с характером. Что она с характером, это очень хорошо. В женщине характер большое достоинство. Ну вот что жаль, что Лидия Юрьевна понятия не имеет о таких вещах, которые уже всем известны. Ой, да зачем ей, мой друг, зачем ей иметь понятие о вещах, которые всем известны? У нее высшее образование, у нас большая французская библиотека. Вы спросите у нее что-нибудь из мифологии. Вот спросите.
Она так хорошо знает французскую литературу и знает то, о чем другим девушкам даже не грезилось. Да, но ведь такое оборонительное образование хорошо при другом. Ну, она еще так молода, она еще 10 раз переменится. А я признаюсь, я всегда с удовольствием вас слушаю. И без вас ваши слова передаю Лидии. Благодарю вас. А то я хотел ретироваться, чтобы не играть жалкую роль. Ай, 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 стыдно, стыдно. Молодой человек, вы можете найти во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Вы слышите? Во всех. Потому что я нахожу их вполне честными и благородными. До свидания, Надежда Антоновна. До свидания. В нашем положении нельзя быть слишком разборчивыми. Какое положение? Его нельзя терпеть ни в каком положении. Он не знает нашей жизни, наших потребностей, он чужой. Он часто говорит правду. Но то, что он дал право проповедовать. Что он за пророк? Согласитесь, мама, гостиная не аудитория, не технологический институт и не инженерный корпус. Ах, Лидия, ты уж чересчур с ним безжалостна. Ну, какое есть терпение его слушать? Какие-то экономические законы выдумал? Кому они нужны? Для нас с вами, надеюсь, одни только законы и есть. Законы света и приличий. Если все носят такое платье, так я хоть умри, а надевай. Тут некогда думать о законах, а надо ехать в магазин и взять. Нет, он сумасшедший. По-моему, он оригинальничает, так многие делают. А, и может быть и так, но он надоел мне до невозможности. Он человек с состоянием. Таким людям надо быть снисходительнее. И еще, мой друг, есть причина быть к нему снисходительнее. Я тебе советую. Да причина говорить. Я получила письмо от отца из деревни. Он что, болен, умирает? Нет. Да что ж такое? Наши планы на нынешний сезон должны рушиться. Каким образом? Он пишет, что денег у него нет, что ему самому нужно 1030, что имение назначено в продажу, а имение это последнее. Очень жаль. Но согласитесь, мама, что я могла бы не знать этого, что вы могли бы пожалеть меня и не говорить мне о вашем разорении. Но все равно, друг мой, ты потом бы узнала об этом. А зачем же мне после узнавать? Ведь вы же найдете выход из этого положения, ведь непременно же найдете, ведь так же оставаться нельзя. Мы ведь не покинем же его Москву, не уедем в деревню, а в Москве мы же не можем жить как нищие. Нет, так или иначе, вы должны сделать все, чтобы в нашей жизни ничего не переменилось. Я же этой зимой должна выйти замуж, составить себе хорошую партию, вы мать. Неужели вы этого не понимаете? Неужели вы не придумаете или не придумали, как прожить эту зиму, не уронив своего достоинства? Вам думать, вам! Разве вам будет легче, если я буду плакать вместе с вами? Ну, разумеется, не легче. Ну, зачем же мне-то плакать? Ну, зачем вы навязываете мне заботы? Заботы старят, от нее морщина на лице. Я чувствую, что я постарела на 10 лет. Я не знала, не чувствовала нужды и не хочу знать! Я знаю магазины белья, шелковых материй, ковров, мехов, мебели. Я знаю, что когда нужно что-нибудь, едут туда, берут вещи, отдают деньги. А если нет денег, то велят коми приехать на дом. Но откуда берутся деньги и сколько нужно в год, в зиму, я никогда не знала, не читала, нужно бы знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что дешево. Я всегда считала все это мелким, мещанским, копеечным расчетом. Ну, разумеется, да, душа моя должна была скрыть от себя наше расстройство, но нет возможности. Если мы останемся в Москве, мы принуждены будем сократить расходы. Нужно будет продать часть картин, серебро, бриллианты. Ах, нет. Нет, нет, сохрани бог, это же невозможно. Вся же Москва узнает о нашем разорении. Нам будут являться с кислыми лицами, с притворными улыбками, с глупыми советами. Будут качать головами, ахать. Все это так искусственно, так оскорбительно. Поверьте, никто не даст себе труда даже притвориться хорошенько. Нет, нет, нет. Что же делать? Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Покупайте новую карету, заказывайте новые ливреи людям, берите новые мебели, чем дороже, тем лучше. А деньги где? Он все заплатит. Кто он? Муж мой. Кто он, твой муж? Где он? Кто бы он ни был. Уж не делал ли тебе кто предложение? Угу. Никто не делал и никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не видали. Я сама искала себе красавца состоянием, но теперь... Мне нужно только богатого человека, а их много. Не ошибись в расчетах, Лидия. Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь, мама. Красавиц мало,
а богатых дураков много. Доложи, Андрюша. Слушай. Господин Телятев. Вот вам первый. Проси. Оставьте нас, не мешайте. Вот кто заплатит за все. А если... Ну что ж, вы говорите, что у Василькова большое состояние? Пошлите за ним. У него золотые прииски, он глуп. Золото наше. Я лучше сейчас пошлю за Васильковым. Надо его предупредить. Всегда меня балуете. Я так устроен для услуг. Это мое призвание. Что же мне делать-то? У меня ведь и дела другого нет. Значит, развлечение от скуки. Однако вы своими угождениями кружите мне голову. Я же и виноват. Ну, это или совсем не вина, или вина большая. Судя по тому, искренне ваши поступки или нет? Конечно, искренне. Но ведь постоянные угождения, постоянная лесть — это своего рода удочки, на которые вы нас ловите. Заставляете предполагать в вас такую преданность, которой нельзя оставаться равнодушным. Тем лучше. Не все ж нам одним быть неравнодушными. Пора когда-нибудь и вашему чувству проснуться. Да, вам легко говорить. Когда у вас всякое чувство давно уже сделалось только фразой. У вас в жизни было столько практики по этой части. Что вы умеете владеть собой во всяком положении. А вы представьте себе неопытную девушку, в которой чувство проснется в первый раз. Ее положение очень трудное и опасное. Да, это очень может быть. Я не могу сказать своего мнения, я ни разу девушкой не был. Если раз обнаружишь свои чувства, то сделаешь или игрушка мужчины, или будешь смешна. И то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо. Нехорошо. Так не кружите мне голову напрасно. Будьте искренни, я прошу вас об этом. Не говорите того, чего не чувствуете. И не любезничайте со мной, если я вам не нравлюсь. Помилуйте, кто вам сказал? Я всегда говорю то, что чувствую. Неужели? Я даже меньше говорю, чем чувствую. Зачем же? Не смею. Разве позволите? Я прошу вас. Я перестаю верить своим ушам. Не во сне ли я? Что за счастливый день, которое сегодня число? Отчего счастливый? Помилуйте, вы любезны со мной. Вы для меня сходите с вашей неприступной высоты на землю. Вы были для меня Дианой, презирающей мужской род, с луной в прическе и с колчаном за плечами. И вдруг вы превращаетесь в простую, добросердечную и даже наивную пейзанку из тех, что пляшут в балетах, перебирая свой передничек вот эдак. Значит, это для вас счастье? Я же не медный всадник и не каменный гость. Как легко вас осчастливить. Ну что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас. Осчастливить меня? Вы ли это, вы ли это? Ну, а что вас удивляет? Разве вы не стоите моей любви? Не знаю, стою ли я. Я ведь с ума сойду. Сойдите. Я глупостей наделаю. Наделайте. Ой, Лидия Юрьевна, вы или зло шутите, или вы... Договаривайте. Или вы любите меня? К несчастью, последнее справедливее. Почему к несчастью? Это счастье. Это блаженство. Это лучше и быть не может. Жан, ты мой. Раб. Раб, негр, да. Абиссинец. Надолго ли? Навсегда, на всю жизнь, даже долее, если это возможно. Ах, как я счастлив. Нет, как я-то счастлив. М-м-м.
Боже мой, какое блаженство! Мама! Не надо, мама, не надо, нам третий не нужен. Да, я знаю, что не надо, но я так счастлива. Ну, тем лучше. А мне хочется поделиться с ней моей радостью. Не надо ни с кем делиться, нам больше достанется. Я знаю, что не надо, я знаю, что не надо, но должны же будем ей сказать. Что сказать, что? А то, Жан, что мы любим друг друга и желаем быть неразлучны на всю жизнь. Значит, все как полагается. Все по форме, все законным браком. Лидия Юрьевна. Извините меня. Извините, но я этого не ожидал. Подождите. А что же вы ожидали? Говорите. Быть вашим слугой, рабом, чем угодно, но муж это не мое занятие. Так как вы осмелились? Я ни на что не осмеливался, я только не запрещал вам любить меня и никому запрещать не буду. Да разве вы стоите моей любви? А, да, это правда, я не стою. Но разве любят только тех, которые стоят? Посудите сами, что же я был бы за дурак, если бы стал отказываться от вашей любви и читать вам мораль? Это мне не по способностям и совсем не в моих правилах. По мне, чем меньше в женщине нравственности, тем и лучше. Вы чудовище. Да. Вы гадкий. Да. Совершенно справедливо. И поэтому вы должны благодарить меня, что я на вас не женился. Вот было попался-то. Хорошо еще, что цел. Нет, эти игрушки надо бросать. Так не заметишь, заиграешься и в мужья попадешь. Долго ли до греха? О, как слаб человек. О, до свидания. Честь и место. Вот видите, мне ваше общество сделалось необходимым. Сядьте ко мне поближе. Вы присылали за мной. Извините, что побеспокоила. Мне нужны советы. Я существо совершенно беспомощное. Одного серьезного человека и знаю, это вас. Благодарю вас. Чем могу служить? Я говорила с дочерью. Мы решили изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество. Мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя у нас средства очень большие, но это не обязывает нас беситься с утра до ночи. Полагаю. Вот Лидия хочет докончить свое образование. В этом деле без руководителя нельзя. Вот мы и решились обратиться к вам. Всей душой рад служить вам. Но чему я могу учить Лидию Юрьевну? Ну, сферической тригонометрии? Ах, да, да, именно, именно. Согласитесь, что быть учителем молоденькой девушки довольно приятно. Конечно. Но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия? Она вообще девушка со странностями, но добрая. Добрая девушка. Она ведь не любит всех этих шаркунов. Удивляюсь. Да, что касается до меня, то я их давно не жалую. Скажите, вы любите мою дочь? Подождите. Подождите, я посмотрю вам в глаза. Ну. Ну, не говорите, не говорите. Я же вижу, что любите. Но вы очень робки. Хотите, я за вас скажу, а? А то заспорите и поссоритесь, упаси бог, а? Нет, позвольте, я сам. Мне ведь нужно подготовиться к моему объяснению. Ну, а чего? Подумать. Чего готовиться? Чего думать? Чего думать? Лидия, Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Он просит твоей руки. Я с твоей стороны очень рада, и, но твоей воли я никак не стесняю. В таком деле, разумеется, должна иметь свою волю. Если бы мне кто-нибудь понравился, поверьте, мама, что я скорее послушалась бы своего сердца, чем вашего совета. Но ко всем моим поклонникам я одинаково равнодушна. Вы же знаете, скольким женихам я уже отказала. А выйти замуж надо, пора уж. Поэтому я представляю себя в полное ваше распоряжение. Значит, вы меня не любите? Нет, не люблю. Зачем же я буду вас обманывать?
Мы с вами после поговорим. Мама, вы беретесь устраивать мое счастье. Помните, что вы должны будете отвечать за мою судьбу. Слышите, мой друг? Я очень жалею. Очень. Что я вас не люблю? Нет, что я поторопился. Так откажитесь, еще же есть время. Должна быть, и ваша любовь не очень-то сильна, если вы от меня так легко отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня за то, что я откровенна с вами. Притвориться ничего не стоит, а просто не хочу этого. Все невесты говорят, что они влюблены в своих женихов, но вы им не верьте. Любовь приходит после. Главное, вы помните, что ни я, ни отец ни в чем ей не отказывали, решительно ни в чем. Все-таки она приносит вам жертву. Нет, я не хочу жертвы. Вы, кажется, сами не знаете, чего хотите. Нет, я знаю, чего я хочу. Да, можно жениться без любви. Вы правы. Любовь сама придет со временем. Но я хочу, чтобы вы меня уважали. А без этого брак невозможен. Разумеется, иначе бы я не пошла за вас. Откровенность за откровенность. Вы сказали мне, что не любите меня. А я вам скажу, что полюбил вас. Может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы тоже должны заслужить мою любовь. Иначе она легко может перейти в ненависть. Вот как. Откажитесь от меня. Есть еще время. Зачем же отказываться? Будем разыгрывать комедию, завоевывать любовь друг друга. Нет, я не комедии желаю, а светлой жизни и счастья. Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие. Чего же вам еще? Вы меня любите. Вы должны быть бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанностях. Каждый свои обязанности должен знать сам. О том, как жить, рассуждают только люди бедные, которым жить нечем. Да я вижу, что вы любите друг друга, и все эти споры, так сказать, литературные. Позвольте мне на правах жениха поднести вам. Вот я сегодня нечаянно купил, вот оно и пригодилось. О, да ведь это же стоит несколько тысяч. Всего 3. Мне кажется, у меня есть возможность полюбить вас. Казанское имение Чебоксаровых на днях продается заводом и лесом. Жалко. И завод может приносить доход. И лесу много. Вот что, Василий Иванович, сходи-ка к Павлу Ермолаевичу и скажи, чтобы шел на биржу и подождал меня там. Я должен совершить на его имя доверенность. Скажи также, пускай будет готов, я его пошлю в Казань. Слушаю, сударь. Василий Иванович, ты бы одевался как-нибудь поскладнее. Никак невозможно. Но. Теперь, ежели на мне сапоги, толстый спинжак и бархатный картуз, я выхожу наподобие, как англичанин при машине. Такая уж честь, и всякий понимает. Ну, твое дело, Василий Иванович. Медведь, не успел жениться, и все заработай. Одно другому не мешает, маменька. Опять маменька. Ну что, слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет. Ну, хорошо, хорошо. Ну, ты счастлив? Скажи мне, ты счастлив, сынок? Да, счастлив. Совершенно счастлив. Я могу сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Ах, маменька. Опять маменька. Ну, извините. А я ничего, кроме счастья, ожидать и не могла. Иначе бы я не отдала за тебя мою Лиденьку. Ну, я был бы еще счастливее, если бы. Что если бы? Чего тебе не достает, неблагодарный?
Если бы можно было целыми днями разъезжать по Москве, то с визитами, то с концертами, ничего не делая. Если бы не стыдно было так жить и были на то средства. Раз все приличные люди так живут, значит, не стыдно. А средства нужны небольшие. Да вот по моим соображениям я прожил много. А чтобы так жить, надо иметь миллион. Ну, мы не запрещаем вам иметь их два. Ни двух, ни одного нет у меня. Мое состояние обыкновенное. А прииски? Это какие прииски? Золотые. Не только золотые. Медных нету. Так зачем же вы обманули нас так жестоко? Да чем же я вас обманул? Да вы же сказали, что у вас есть состояние. Да, есть и очень порядочное. Да подите вы сами не понимаете, что вы говорите. Вы не понимаете простых вещей, которые малым детям известны. Да чем же это не состояние? Что же это такое? Да что это такое? Да бедность, нищета, вот что это. Я имею достаточно и стараюсь приобретать. Ей нужно состояние, а вам его приобрести нельзя. Концессии вам не дадут на железную дорогу. Состояние можно получить только по наследству или по большой удаче, выиграв карты. Нет, есть еще одно средство. Ограбить кого-нибудь. Нет, ли вы мне посоветуете? Вы так думаете, как хорошо вы меня знаете? Нет, я вижу... Мне самой нужно принимать меры и поправлять нашу ошибку. Что поправлять? Какая ошибка, Василий? Я вас прошу, не мешайтесь в чужие дела. Вот еще заботы с этим зятем. Впрочем, кто бы взял Лидию, если бы знали, что у нее ничего нет? Придется мне для него постараться, делать нечего. Господин Кучумов. Проси. Сейчас я за него примусь. Очень рада, садитесь. А где же наша нимфа? Побежала по визитам. Скоро будет. А сатир, который у нас ее похитил? По делам пошел, у него все какие-то дела. Черствый человек. Впрочем, что ж, ибо он муж. А вот мы таем, да обгизываемся, как лисица на виноград. Старичок, старичок, что вы? Сердце молод, Надежда Антоновна, вулканическая натура. Да. Вы получили письмо от мужа? Получил, не беспокойтесь. Завтра же пошлю ему. Что это за сумма? Выкиньте из головы. А у меня еще до вас просьба. Ну, что такое? Что такое? Не могли ли вы устроить одному моему знакомому место повыгоднее? Надо знать кому. Зять. Видно, плохо дело. Я так и полагал. Да, мой истинный друг, мы немножко ошиблись. Да какое же он право имел на вашу дочь? Прикидывался чай, что золотом осыпли. А теперь вышел, что самого как нет. Вы знаете, мне кажется, он хапуга по натуре. Он зачем место ищет, чтобы взятки брать? Как же мне его рекомендовать? Он, пожалуй, схамит меня, каналья. Да вы меня-то пожалеете, ведь он мне зять. Да вы же сами говорили, что вы в нем ошиблись. Кто-то мне рожа-то его. Ах, перестаньте вы. Разве вам неприятно быть покровителем человека, у которого жена такая хорошенькая? Ну, как неприятно? Кто вам сказал, очень приятно. Ой, уж я знаю Лидию. Она не останется неблагодарной. Да? Да? Да я всем сердцем. Да я всех знакомых на ноги. Вы думаете, женщины не умеют быть благодарными? О, если они да. захотят. Лечу. Сейчас лечу. Так, что, куда? Приказывайте. Ах, не имею. Жаль будет, если онемеете, вы так хорошо говорите. Устала всю Москву объездить. Лидия, Григорий Борисович не только хорошо говорит, но хорошие дела делает. Он завтра посылает деньги отцу в деревню на выкуп имения. И кроме того, нам оказывает большие услуги. Поэтому мы должны ему быть очень, очень благодарны.
Скажите, пожалуйста, а что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим, отнимать у себя. Что вас побуждает? И вы меня спрашиваете. Отчего же мне не спрашивать? Да я не только состоянием, я готов всей жизнью. Всего вероятнее, что такая жертва нам будет не нужна. Прошу. А что, вы действительно посылаете отцу денег? Завтра же. Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы. Больше, чем дружба, уважаемая Лидия Юрьевна. Гораздо больше. Знаете что? Я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам. Ну что ж, купите и подарите, я люблю подарки. Я завтра же напишу вашему отцу, что покупаю его имение и пошлю ему в задаток 30 тысяч. Что для меня деньги? Не ваше расположение. Только ваше расположение. Ну а как же может выразиться мое расположение? Вы же у нас и так как родной. Как родной. Однако, какая же вы можете быть мне родня? Для брата же вы уже старенький. Хотите быть папашей на время? Папашей? Шалишь, папашка? Шалю. Тебе стыдно шалить, ты не маленький. Господин Телятьев. Проси. Адьё, мелокарина. Лечу по нашему делу. Милые глазки и нежные ласки. Мутадачанто. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Вы много виноваты передо мной, очень много. Вы причина того, что я вышла замуж за человека, которого не люблю. Не любите? Это прекрасно. Да и он тоже, кажется, не любит меня. И он не любит? Это совсем восхитительно. Что ж тут хорошего? Я не знаю, как для вас, Лидия Юрьевна, но для нас, несчастных холостяков, это находка. Мы же сироты, мы только таких вот случаев-то и ждем. Пусть вы безнравственны, до мозга костей. Ну, поругайте, еще как-нибудь, ну. А, за что бронить? За то, что вы меня любите? За это разве можно бронить? За то, что вы не женились на мне, любя меня, так ведь это прошло, этой беды поправить нельзя. Да, жениться нельзя, это правда, любить можно. Разве я могу запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше. Зачем вам много? Возьмите меня. Одного. Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то и то нехорошо. Но как много, так и подозрений нет. А как узнать, который настоящий? Возьмите меня настоящего и еще человек 4 сверхштатных. Нет, вы такой шут, на вас решительно сердиться нельзя. Ну вот гнев прошел, теперь можно любезные слова говорить. Говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый. Милый, правда? Но какая у вас перемена? Знаете, такая перемена всегда означает... Нет. Пожалейте меня, пожалуйста. Я еще недавно дама. Я не привыкла к вашим разговорам. Жаль. Я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете. Жаль, что не привыкли. Привыкайте поскорее, а то так скучно. Ну, вернемся к старому. О, нет. Вы собираетесь ли скоро завести кавалье сервант? А разве это принято? Надо завести этот прекрасный обычай. Хорошее перенимать не стыдно. А мужья что скажут? Мужья?
понемножку привыкнут. Конечно, сперва многих из нас, из кавалеров, побьют и довольно чувствительно. Особенно купцы, многих сведут к мировому, а там дело пойдет своим порядком. Вы знаете, всегда первые должны пожертвовать собой, зато потом другим будет хорошо. Без этого ни одно полезное дело не начинается. Это прогресс. Прекрасно, но едва ли это скоро введется. А мы уж начинаем. Уж и жертвы первые принесены. Одного в синюю кубовую краску окрасили, у другого, да, еще хуже было с другим. Ну вот когда этот прекрасный обычай укоренится... Вы возьмете меня? Если будете стоить, вы очень ветрены. Я ветрен. А знаете от чего? От того, что душа мелка. Нет. От того, что мне постоянным быть не для кого. Вот если вы прикажете, я буду постояннее телеграфного столба. Испытаем. Испытаете? Заодно это я готов быть тотчас же у ваших ног. Нет. А? Пожалуйста, пожалуйста, увольте меня от этой церемонии. Как угодно, как угодно. Жаль. Я испытываю непреодолимое желание оказать вам какую-нибудь видимую, осязаемую ласку. Целуйте? В перчатке? Что это за поцелуй? Электричество, которым переполнено мое сердце и которое я желаю передать вам, не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка дурной проводник. Ну, довольно, довольно. Вам ничего нельзя позволить. Вы всегда делаете больше того, чем вам дозволяют. Ну, всего-то полвершка. Стоит ли это разговору? Нынче на полвершка, завтра на полвершка, этак. О! Егор Дмитриевич! Егор! А мы вас не видим. Ничего, продолжайте, продолжайте, я вам не мешаю. А что за тон? Что значит продолжайте? Уж не хотите ли вы придать какую-нибудь важность тому, что я позволила Телятьеву, моему старому другу и приятелю, поцеловать руку? Я охотно могу позволить и вам сделать то же самое. Покорно благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руки только у матери или у любовницы. Так вам моей руки не целовать никогда. О, как знать, как знать. Жизнь велика, гора с горой не сходится. Пойдемте, Иван Петрович. Он грубый человек. Да. Вы мужа дожидаетесь? Он скоро придет. Да, я вашего мужа дожидаюсь. Мне есть очень многое передать ему. Сделайте милость, развлеките его чем-нибудь. Он такой задумчивый. Забавлять лучше вас никто не умеет. Вы очень забавны. О, я вас позабавлю. Ах, Лидия Юрьевна, браво. Я только подумал подъехать к ней с любезностями, а тут уже двое. Надо бы их всех стравить с мужем. Василий! Что, сударь, прикажет? Василий, когда у вас дома Кучумов бывает, в котором часу? Завсегда, сударь, во втором часу. Барин в это время дома не бывает. Так, а где он бывает? В своем заседании. Съезжаются все тоже люди богатые. Разговор промеж них идет о делах. О каких делах? Как все, чтобы лучше, чтобы им денег больше. А что, твой барин богат? Само собою. Ну да, у вас заведется 100-рублевая бумажка, так уж и богат. Может, и не 100, и не 1000, а и больше есть. А, невелики деньги. Поищем, так найдем. Что и говорить-то. Еще и не приказано, и не всякой понимать может. Тоже и наука, а не то, что лежа на боку. Вы оба мне как понимаете? Я до Лондона только 11 верст не доезжал. Назад вернули при машинах. Стало быть, намного разговаривать нельзя. Что он тут нагородил мне? Как, значит, Кучумов? Бывает здесь во втором часу.
Очень хорошо, так мы и запишем. Из дома муж уходит смело, с утра на биржу делать дело, и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж. Здравствуй. Здравствуй. Ты что так озабочен? Так ведь у меня дела. Не то, что у вас по улицам собак гонять. Ну. Твой муж или скуп, или не имеет состояния. Что вы говорите? Он сказал мне давеча, что так жить ему не позволяют средства, что нужно сократить расходы. А где же прииски? Выдумки Глумова. Я погибла. А мне кажется, что у него есть деньги, только он скуп. Вот если бы ты, Лидия, оказала ему побольше ласки, переломи себя. Ласки? Ласки. О, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Мне это будет практикой. Мне нужно испытать себя, сколь сильна моя ласка, что она стоит на вес золота. Мне это годится вперед. Мне без золота жить нельзя. Страшные слова, говоришь ты, Лидия. Страшнее бедности ничего нет. Есть, Лидия. Порок. Порок. Что такое порок? Бояться порок, когда все порочные, глупые, нерасчетливы. Самый большой порок есть бедность. Нет, нет, нет. Это будет мой первый женский подвиг. Кто богаче, Кучумов или Телятев? Они оба богаты, но мотают. А Кучумов богаче и добрее. Только это мне и нужно. Где ваш счет из магазина? Давайте сюда. Все здесь. Я шла к тебе. А я к тебе. Ну вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? Туда? Туда, что ли? Ну говори, милый ты мой, ну. Ну, остановимся пока на полдороги. Поболтаем полчасика до обеда. Ой, ты меня прости, Лидия. Я так часто оставляю тебя одну. Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня. Что с тобой, Лидия? Такая перемена меня удивляет. Ну, разве я не живой человек? Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Мне нечего стыдиться моей любви. Я уже не девочка, мне 24 года. Не знаю, как для других, а для меня муж. Все. Понимаешь? Все. Я раньше дичилась тебя, а теперь вижу, что это совершенно напрасно. О. Совершенно напрасно. Теперь уж, если мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, так уж ты мне позволь. Да уж как не позволить. Не знаю, что случилось со мной. Я раньше не любила тебя, и вдруг привязалась так страстно. Слышь, как бьется мое сердце. А? Друг мой. Блаженство мое. Ну, что ты плачешь? От счастья. Это я должен плакать. Я искал в тебе только изящную внешность, а нашел доброе, чувствительное сердце. Лидия, полюби меня, я того стою. Я и так люблю тебя, мой дикарь. Дикарь. У меня мягкие чувства. Ну, дай твою руку. Ой, хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Моя рука. У меня нет ничего моего. Все твое, все твое. Дай обе. Что ты прячешь? Ах, не спрашивай, мой друг. Я прошу тебя, не спрашивай. Ну, зачем ты просишь? Если есть у тебя тайна, береги ее. Я до чужих тайн не охотник. Разве у меня может быть тайна? Разве мы с тобой не одна душа? Вот мой секрет.
Просто здесь у меня счет из магазинов, по которому мама должна заплатить за мое приданное. Вот и все. Ну, покажи. На. А зачем они тебе? А вот зачем. За то блаженство, которое ты мне нынче доставила, я заплачу за твое приданое. Ведь я мог жениться на бедной девушке. Пришлось бы делать приданое за свой счет. А любила бы она меня так. А ты любишь. Нет, нет, мне тоже хочется оплатить матери чем-нибудь за ее заботу обо мне. Береги свои деньги для себя, дитя мое. Василий! Он все заплатит, решительно все. Которые никак не могут идти в приданое. Ах, мой друг, все это нужно было подновить к нашей свадьбе. Нам так много народу стало съезжаться. Не будь этого, мы бы не решились на такую трату. Простояла бы еще зиму. Ну, хорошо, хорошо. Я говорю, что он за все заплатит, решительно за все. Вот сколько, сударь. Что там французов дожидается? Подай, парни. Зачем же бросать? Счет ведь это документ. Поем надо деньги платить. Вон, я не могу видеть тебя. Ну, я кончил. Тут 32 547 98 копеек. Эта сумма для меня значительная, но я дал слово и потому заплатить должен. Я займусь сегодня, сколько будет нужно, но чтобы не выйти из бюджета, мы должны надолго и значительно сократить наши расходы. Здесь, через улицу, напротив, есть домик в три окна, одноэтажный. Я его смотрел. Он для нас будет достаточен. Прислугу отпустим. Я оставлю себе Василия, ты горничную подешевле. Повара отпустим, возьмем кухарку. Лошадей держать не будем. Подождите, а как же мы без лошадей останемся? Лошади, они ведь для того и созданы, чтобы на них ездить. Неужели вы этого не знаете? В аэростате ведь еще никто не ездил. Ну вот когда сухо, ну, пешком. Ну, грязно на извозчике. Вот, любовь-то ваша. Да я от того не хочу разориться, что люблю тебя. Пойдите скорей, куми дожидаются, они люди порядочные, это неучтиво. Им нужно заплатить. Платите вы, у вас есть свои деньги. Я не заплачу. Вас заставят судом. Но мне нечем платить, боже мой. Да за что же вы нас так терзаете? Мы заслужили лучшие участи. Да, мы ошиблись. Вы бедны. Но мы же стараемся и исправить ошибку. Вы бедны. Мы вас не оставим в бедности. Мы имеем связи, мы ищем и непременно найдем вам хорошее место. Но вы-то не церемоньтесь, понимаете? Это уж мое дело, чтобы там смотрели сквозь пальцы на все это, понимаете? Да. Но пользуйтесь всем как можно только. Да пойдите вы прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделают. Если вы мне еще о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не буду. Лидия! Лидия! Ну, перестань. Перестань плакать. Я заплачу. Но в последний раз. И с условием.
Завтра же переехать в этот домик в три окна. Ой. Там и для маменьки есть комната. И вести жизнь скромную. Мы не будем никого принимать. Нам надо согласиться. Конечно. Мы опять будем снова жить богатым, надо будет много денег. Мой друг, я согласна. Не противиться тебе, а благодарить тебя мы должны. Мы не будем никого принимать. Ну, я знал. Я знал, что ты у меня умница. Ну, Тарик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства, почти родственник. А, ну, Кучумова можно. Ты что-то затеваешь, Лидия? Затеваю. Еще никто не оскорблял меня так, как он. Я теперь не женщина, а змея. И я его больно ужалю.